СКА каждый год является претендентом на Кубок Гагарина, поэтому матч против этой команды – хорошая возможность оценить, на каком уровне находится наша игра. Но все-таки это всего лишь один матч. Нельзя выиграть или проиграть Кубок в сентябре. В то же время я понимаю, что противостояние со СКА любой команде позволит понять, в чем еще нужно прибавить. Очевидно, что соперник здорово владеет шайбой, так что наша оборона должна показать свой лучший хоккей сегодня. Наша атака не должна отставать. Нужно создавать голевые моменты. У СКА уже 4 подряд матча на ноль. Ждете эту игру, потому что она какая-то особенная или нет? Ну, конечно, она, можно сказать, особенная. Вот, все знают, что СКА – это один из лидеров КХЛ, вот, и все хотят его обыграть. Вот, мы тоже сегодня хотим очень сильно обыграть эту команду и доказать, что мы способны на самые высокие результаты.